Рада займется госбюджетом 7 декабря. Законопроект рассмотрит во втором чтении. Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2018 год в четверг, 7 декабря. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий 28 ноября во время брифинга, сообщает Укринформ. В этом году у нас очень амбициозная цель, которую мы согласовали с правительством, и она заключается в том, чтобы не откладывать принятие бюджета это до последних пленарных дней, а чтобы мы смогли перейти к рассмотрению бюджета во втором чтении уже на следующей пленарной неделе. То есть замысел мой заключается в том, чтобы в четверг мы смогли рассмотреть и изменения в бюджетный кодекс, и изменения в налоговый кодекс, и соответственно перейти к рассмотрению бюджета во втором чтении, сказал спикер. Как сообщал корреспондент Нет, 15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год и передал его в Верховную Раду. 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год. По материалам сайта newsgra.com.